Я почти ничего не ем, я ем только рисовую кашу, гречневую кашу, мясо. А сколько будет стоить устроить рейд на стрим? Какой пацан, рейд? Твой фанат и начал стримить Казик тоже, Ренат, свидетель РТП. Заранее спасибо. Рейд на стрим, это что, типа, я должен спамить в своем чате ссылку на чей-то стрим? Я таким не занимаюсь обычно, мне это ну, не интересно. Или что значит рейд на стрим? Я должен сам заходить на стрим? Ссылку я могу скинуть, но ну, не знаю за сколько-то там. Вот, но сейчас на основном стриме кинь мне 10 000, я просто скину ссылку, которую ты мне кинешь. За 10 тысяч просто скину его ссылку. Сам заходить смотреть я не буду. Или что значит устроить рейд на стрим? Я не совсем понимаю. Рейд? Это что? На Твиче, по-моему, была такая функция, типа, перенаправить своих зрителей, когда ты оффаешь стрим. Или когда ты не оффаешь стрим, когда ты стримишь, ты можешь перенаправить своих зрителей на другой стрим. На Твиче была такая функция, я помню. Ну, короче, это я бы не стал делать за деньги, если бы это даже можно было на Ютубе сделать. А просто скинуть ссылку в чат могу вам за 10 000, без проблем. Я получил власть, которая и не снилась моему отцу. А, что, реально кинул 10 тысяч? Вот, окей, сейчас скину в чат при всех, ну а что? За 10 тысяч, почему бы и нет? Рабочий стил, скинуть ссылку на чей-то канал за 10 тысяч. Ну а что, достойно вроде. Охуенно сейчас поживился, почувствовал, 10 тысяч. Чекайте, гайз, какой интересный канал. Просто вообще супер-мега интересно, блядь. Чекайте. Заходите, чекайте. Супер интересно, наверное. Плюс 10 000, сюда. Охуенно сейчас поживился. Чекайте, гайз, чекайте. Ой, очень интересно. Все, скинул. Все честно? Фраер. Ха. Так, все, последний раз скидываю. О. Продажнич. О, продался, нихуя себе. Изменил своим принципам. Что такое выстрел, да? Когда по факту, ну, в принципе, не сделать этого, быть дауном, наверное. Подумаешь, ссылка там на кого-то. Изи 10 000.